Шалом, друзья! Я сегодня хочу с вами порассуждать над одной библейской историей, которая описана во второй книге царств. Это история, когда Давид решил восстановить служение в Израиле, когда он решил перенести ковчег в Иерусалим и дать возможность Богу Израиля занять то положение, которое он всегда хотел занимать в своем народе, быть царем Израиля. Вы помните эту историю, было поражение Озы, и пришли проблемы, и Давид, он перенес этот ковчег в дом Авидара Гефянина. И Писание говорит, что Всевышний Он благословил дом Авидара Гефянина ради ковчега Божьего, который являлся символом Божьего присутствия. И царь Давид, он очень возревновал об этом. И 6 глава 2 книги Царств рассказывает об этой истории. А когда 13 стих, несший ковчег Господя, проходили по шести шагам, они приносили жертву тельцов. И Давид скакал, из всей силы перед Господом, одет же был Давид в Неной и Фон. Вы все помните эту историю? Давид возревновал, Давид взыскал Господа, и он получил откровение от Господа, что были нарушены правила перенесения ковчега. И Давид все сделал по слову Божьему, потому что ковчег должны были переносить левиты на шестах. Он организовал эту процедуру, это шествие. 860 человек участвовали в этой процедуре. С кимвалами, с тимпанами, с песнопениями. И слово Божие, что Давид плясал, именно танцевал. И знаете, сегодня, смотря некоторые ролики по интернету об этой истории, я вижу, что Давид, он как бы похож на сумаиста, но на самом деле он был одет в линой фот. линой фот – это одежды священников. В параллельном, в параллельном месте этой истории в книге Паралипоменон рассказывается также, что он был одет в весоновые одежды. И знаете, приносили жертвы, и мясо, которое приносилось в мирные жертвы и жертвы всесожжения, они раздавались народу. Но была одна женщина, которая наблюдала за всей этой историей. Это жена Саула, жена Давида, дочь Саула, Милхола. Она, рассматривая в окно, увидела этот момент, и она решила. 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и увидела Давида, Плачущего, скачущего и плящущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. Знаете, уничижила. Знаете, со стороны оно может быть выглядело и смешно. Танцующий царь, раздевшийся и одевший, снявший царские одежды, одевший одежды священника, простого священника, он танцует. Конечно, дочь, которая выросла в своем доме которая привыкла к царственному положению, для нее это казалось смешно и нелепым. И она говорит такие слова Давиду, когда он возвращается. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, так отличился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня перед глазами рабов и рабынь своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Иными словами, она говорит, ты окружил себя почтами. На самом деле это глупо, Давид. Ты выглядишь смешно в глазах тех людей, которые рядом с тобой. Это рабы. Почему ты это сделал? Знаете, я думаю, что она сказала это с гордостью и надменностью. Но посмотрите реакцию царя Давида, как он отвечает. И сказал Давид Милхоли, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому твоему, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Интересный момент. Давид говорит, я это делаю, не потому что я просто это делаю, я это делаю ради Господа, я это буду делать, потому что через это Бог поднимает меня. Твой отец, он не делал этого. В результате Израиль оказался в том положении, в котором он оказался. Но благодаря тому, что у Давида всегда было желание дать возможность... Богу Израиля занять надлежащее положение в своем обществе, в своем народе, он это сделал. На самом деле он не разделся, как это сегодня показывают в роликах по интернету. Он просто... Снял одежды царя и одел одежды священника. И он позволил Богу Израиля занять ту позицию, которую Бог Израиля всегда хотел занимать. Он хотел царствовать, он хотел быть царем народа Израиля. Но из-за того, что Израиль отверг его и выбрал Саула, пренебрежение Божьим ковчегом, оно находилось, оно имело место среди народа Израиля. И Давид исправляет эту ситуацию. И мы видим, что Давид в Писаниях назван мужем по сердцу Божьему, который поменял одежды царя на одежде священника это очень интересная и занимательная история потому что мы как люди которых бог призвал нас и мы сегодня понимаем что мы являемся родом избранным народом священников народом царственным мы понимаем что у нас сегодня есть огромное привилегия и возможность нести служение в этом царстве у нас сегодня есть возможность распространять царство Божие через проповедь евангелия и давая возможностям людям входить в это благословение Благословение народа священников. Но для этого нужно что-то оставить в этом мире. И знаете, когда мы действительно осознаем это, оставляем все, что мы имели, и делаем это ради Бога, Бог благословляет каждого из нас. И каждый из нас, кто рожден свыше, кто получил дары Святого Духа в его присутствии, он может эти вещи различать. Он может понимать, какое это есть благословение быть священником. Какое это есть благословение снять сегодня себя одежды этого мира и облечься в Божьей одежде. В этом есть воля и сердце Бога. И Давид это понимал. Знаете, во втором послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, Рав Шауль говорит такие слова. Пятая глава, Итак, кто во Христе, тут новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Ишуам Хамашехом, приверившим нас собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог э, во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения. Обратите внимание, Бог дал нам слово примирения. Какая это сегодня привилегия принести вечную жизнь, вечные ценности в жизни тех людей, которые сегодня живут в этой пустоте. Для тех, для которых присутствие Божие ничего не значит. Для тех, кто сегодня живут во грехах и для тех, кто не понимает этого, отвергая Бога Израиля, Мессию Израиля, они идут в вечную погибель. И Рав Шауль говорит это Коринфянам, он говорит, у нас сегодня есть это служение, служение священников, служение, которое принесет примирение этим миром с Богом Израиля. И дальше он говорит, итак, мы посланники от имени Машеха, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христа просим, примиритесь с Богом, ибо не из нашего греха, он сделал за нас жертву и за грех, чтобы мы в нем соделались праведными перед Богом. Знаете, выбирая сегодня это служение, служение священников, облекаясь в эти одежды, одежды священников, мы несем сегодня очень важное служение, служение примирения, давая людям оставить этот грех, получить оправдание от Иешуа. Это самое лучшее, что мы можем сделать, живя на этой земле и угождая Ему. Знаете, сегодня каждый из нас должен задуматься, готов ли он одеться в эти одежды, готов ли он смириться и готов ли он сегодня быть смешным в глазах этого мира, когда этот мир, возможно, будет смеяться и говорить, ты занимаешься не тем, это все пусто, это не имеет ценности. Но мы-то с вами знаем, что для Бога нет большей радости, чем видеть его детей, ходящих в послушании его слову. Пусть сегодня Всевышний благословит и даст нам понимание, что нету ничего важнее на этой земле, чем принести принести для людей примирение с Всевышним через жертву царя Израиля, мессия Израиля, Ишуа Хамашеха. Аминь. Дорогой Отец Небесный, я сегодня молюсь за тех людей, которые несут это служение, служение священника. И, возможно, кто-то из них ослабел и изнемог. Но я прошу тебя, ты дай им сил, дай им, Господь, ободрение и утешение, чтобы они, осознавая, что нет ничего лучше на этой земле, чем быть примирителями, служение оправдания. Помоги сегодня нам, Господь, нести это послание, наполняй каждого из нас своими дарами, своей силой, чтобы мы были теми людьми, как царь Давид, исполнившие чаяние своего царя. Услышали от Тебя, Господь, верный добрый раб. Ты был верен в малых вещах. Я поставлю... Благослови сегодня каждого, кто сегодня является частью этого служения. Я молю Тебя во имя Сына Твоего, Царя Израиля, мессии Израиля и Спасителя всего мира, Ишуа Хамашиаха. Амен. очень наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.